Уборка территории возле дома – это обязательные мероприятия, которые должны проводиться сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства или же собственноручно жильцами дома. Для каждого сезона имеется свой план работы, который закреплен в определенном документе и должен быть выполнен в этот период. Зимняя уборка городских территорий по наведению чистоты не менее важна, чем летняя. Уборка городских территорий в зимний промежуток времени – это достаточно обширный спектр действий, ведь все сложности связаны со снегом и льдом. Чтобы избежать травм среди прохожих, служба хозблагоустройства проводит уборку снега со дворов и улиц, где входят пешеходы. Как отметил в одном из выступлений директор МУК хозблагоустройства Абдулкерим Кутбудинов, немаловажной остается проблема с вывозом мусора, а точнее с несоблюдением населением общепринятых норм и оговоренных условий. Люди обозначенные места не выносят мусор, а где попало, где им удобно, туда и выносят. Из-за этого у нас создаются проблемы с тахинией кучки получается, с тахинией мусоросвалки получается. Мы каждый день, как на передовой, на фронте, как будто с этим боремся, стараемся навести порядок, чтобы горожане утром, когда выходят на работу в город, чтобы не видели этот мусор. Еще одна проблема, с которой сталкиваются работники предприятия, связана с созданием на отдельных участках города стихийных свалок, что оставляет за собой не самый благоприятный вид и впечатление у гостей о городе. Также руководство организации обращает особое внимание на нежелание многих горожан оплачивать услуги вывоза и утилизации бытовых отходов. Часто встречаешь фразу: «Почему я должен платить?» Если, допустим, человек заходит в магазин, он же оттуда не берет, не оплатив товар. То же самое, пока, как говорится, да, собственник этого мусора, коммунального отхода, не оплатил сбор его, вывоз, переработку, он остается, как говорится, мусором. Да? После того, как он оплатил, все, службы благоустройства идут и в соответствии с оплатой перерабатывает там, либо ликвидирует. Говоря об отсутствии чистоты на улицах и общественных территориях города, многие забывают известную всем пословицу: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», подчеркивают представители организации и обращаются к жителям города с просьбой проявлять гражданскую ответственность, относиться бережно к окружающей среде и сохранять порядок на улицах. В свою очередь, данная служба приложит все усилия для наведения санитарного порядка и благоустройства мест общего пользования. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».